ты что-то новое придумал, а? Да, да, я тебе говорю, новый ракурс теперь будет. Привет, всем привет. Десять на одну, десять на другую. Один, по три. О! Хорош. Позиция, смотри, уходящий. Вот, вот, назад успеешь полшага. О! Да, молодец. Чтобы никогда не успеть. Вот, вот. Еще чуть-чуть на. Мы выиграли, это хорошо, потому что всегда первая игра дается тяжело, у всех эмоции, на самом деле, все волнуются, это первый тур, как-никак. Нужно начать хорошо, и слава богу, что начали хорошо, вот, теперь у нас дальше Динамо, надо Динамо выигрывать. Все занятия прошли по плану, поэтому мы готовы к Динамо. Как воспитанник Динамо, да, конечно, для меня это всегда принципиальная игра, мне всегда хочется себя показать в таких играх, поэтому, как говорится, со сверхмотивацией я выхожу на такие игры и хочу выиграть. В прошлом сезоне было два матча, один в ничью, другой проиграли. С чем связано, как думаешь? Какие выводы сделали? В первом матче я скажу, что мы хорошо играли, владели преимуществом, не дали красную карточку. Тогда Динамо, я помню, Дзюба выходил один на один, и его сбили, и не дали красную карточку. Это как я помню вот сейчас. Владели преимуществом. Что касается второй игры, вышли только после сборов. Первая игра была. Я тогда, по-моему, не участвовал. Вот. Но когда команда тренировалась на неделе, в принципе, были готовы. Не знаю, с чем было связано то, что так проиграли. Но потом мы это обсудили, в принципе, и все равно выровняли свой сезон, в принципе. Но хочется взять реванш обязательно. Динамо хорошо готово. Видно, что физически команда очень хорошо подготовлена. Но и мы тоже готовились физически, много работали, много потели. Как говорится, кровью и потом готовились к сезону. Поэтому посмотрим, кто сильнее. На самом деле, Динамо мне очень импонирует, как они играют. В принципе, как и Краснодар. У них такой стиль футбола открытый, поэтому будет интересно. Немножко на другую тему вопрос. Недавно ты снялся в ролике «Один день» на базе с Максимом Нинаховым. Расскажи, насколько такие ролики вообще важны для болельщиков, насколько они интересны? Слушайте, я думаю, это, знаете, как говорится, у нас есть обычно барьер между болельщиками и игроками, а когда после таких видео, мне кажется, эти барьеры уходят куда-то в никуда, и они ближе становятся ко мне не как к футболисту, знаете, а как к человеку. Поэтому, на самом деле, я думаю, что таких видео надо побольше. Может быть, кому-то я не интересен, это, в принципе, нормально, да. Поэтому, я думаю, любые другие футболисты также могут понравиться другой категории людей, поэтому надо такие видео почаще снимать. Она красивая, значит, да. Он говорит, одна из самых лучших. Это твои дети, да? Да. Давайте одну серию на чемпионат.